ждали, радостные дни настали. С днем рождения, Глорию, все мы поздравляем. Строили мы, строили и, наконец, построили красивый современный детский сад на 120 мест. Год назад началось строительство детского сада номер 1 «Глория», расположенного в микрорайоне номер 3 по инициативе президента закрытого акционерного общества Владимира Владимировича Мельникова при поддержке городской администрации. Доброе начало, которое было положено руководителем «Глории Джинс», это вот та самая социальная ответственность бизнеса за социальные проекты, станет доброй традицией для города Новошахтинска, и открытие детских садов всегда будет праздником, но не столь долгожданным, как этот раз. Нам удастся с Игорем Николаевичем закончить ремонт родильного дома в городе Новошахтинске, и количество новорожденных будет увеличиваться, и необходимое строительство детских садов в Новошахтинске тоже будет увеличиваться. Для нас это очень долгожданное событие, которое начинает такую череду открытия новых дошкольных образовательных учреждений. В следующем году еще мы планируем 2 детских сада. Мне хочется сказать огромное спасибо, конечно же, Глории Джинс и Владимиру Владимировичу Мельникову за вот такой вот подарок, который он сделал городу Новошахтинску, сделал его детям. Хочется пожелать коллективу, пожелать детям, которые сегодня войдут в детский сад, чтобы всегда было уютно, тепло, комфортно в этом прекрасном детском саду. Очень радостное событие. Хотелось бы, чтобы добрые, хорошие дела чаще совершались в нашем городе. Это радует, это дает надежду на будущее, на лучшую жизнь. Я вас всех поздравляю с сегодняшним праздничным днем. Желаю всем здоровья, счастья, успехов. С праздником всех! Право вручения ключа предоставляется Игорю Николаевичу Сорокину. Ключ принимает заведующая детским садом Центром развития ребенка «Глория» Елена Николаевна Сорокина. Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве, в оснащении детского сада. Спасибо Владимиру Владимировичу Мельникову, администрации города Новошахтинска, правительству Ростовской области в лице Василия Юрьевича Голубева. И всем вам за то, что вы сегодня пришли к нам на праздник. Итак, готовы? На счет 3. 1, 2, 3! С праздником вас! Добро пожаловать! Вам новым гости, дорогие! Званые, да желанные! Отведайте, откушайте хлебушка свежеиспеченного! Пожалуйста! Спасибо! Мероприятие продолжилось в актовом зале новенького здания детского сада. На празднике присутствовали и будущие воспитанники детского сада. Несмотря на суету и торжественность момента, дети беззаботно радовались новым игрушкам и обстановке сада, а позже выступили перед гостями со стихами, песнями и танцами. Желаю от души, чтобы детский сад не знал никаких проблем. Здесь царила бы постоянно прекрасная атмосфера, радость, счастье, любовь, тепло. Детишкам желаю, чтобы они посещали сад 100% явкой, чтобы болезни не посещали вас. Берегите нервы своих родителей, своих воспитателей. В добрый путь. С днем рождения! На праздник принято приходить с подарками. И почетные гости, присутствовавшие на открытии, одарили детский сад подарками. Домашним кинотеатром, телевизором и DVD. И трехметровой надувной елкой. На этом подарки не заканчиваются. И главным из них станет веселый детский смех, доносящийся из каждой группы детского сада номер 1 «Глория».